Множество, ну, фактически то же самое, что и в математике. Множество у нас, они неупорядочены, хранят произвольные значения. Ну, для оптимизации вот у нас тут есть два типа: просто множество set и битовые множества. Фактически битовая строка, то есть более оптимальное хранение. Ну, там что можно хранить? Какие-то плотные множества, логические множества можно хранить и так далее. Давайте посмотрим, что у нас тут можно сделать с множествами. Вот мы задали множество. Вот массив, и массив преобразовали во множество. Множество у нас состоит, вот массив у нас от 1 до 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. А множество у нас в произвольном порядке, то есть как оно, непонятно, но сохранилось, что оно целочисленное. Вот так вот у нас был массив. В массиве были повторяющиеся значения, но при этом это массив был вот такой длины. А множество все эти повторяющиеся значения повыкидывало. Ну или вот из абракадабры мы выкинули повторяющиеся буквы. Вот у нас объединили два множества в двухэлементный массив. Множество А и множество С. И теперь вот этот двухэлементный массив превратили во множество множеств. То есть это множество, содержащее два множества. Все как по Расселу. Мы создали множество с разными элементами. То есть у нас тип не один, а тип any, произвольный. Но если бы мы создали... Тип у нас к максимальному идет, поскольку у нас строка и numerical — это разные типы, то у них общий тип — это any, произвольный. Вот тут у нас массив от 100 до 20 с шагом минус 6, и мы его превратили в битовое множество вот таким вот образом. Ну вот, можно несколько раз. Такая вот у нас работа с простым множеством. И вот такая работа с битовым множеством. Мы несколько раз делаем, поскольку первый раз он компилится, а потом действительно прорабатывает. Тут у нас идет, есть пакет, который производительность высчитывает, прогоняя многократно и среднее. Ну, мы видим, что время на работу с битовым множеством меньше, и оно меньше памяти занимает. Ну вот, стабилизировалось. Итак, ну, так же, как у нас вот есть стандартные функции для работы с другими типами данных, мы можем длину построить множество, посмотреть вхождение элемента в множество. То есть, собственно, у нас какой, как тут работает он, просматривает все элементы во множестве B, то есть как бы
итерирует это множество и печатает эти элементы на экран. Множество можно умножить. А как умножить на 6? Непонятно. Но поэлементно, да, поэлементно получается. То есть умножение на число у нас всего множества не определено. А вот умножение поэлементно на число, да, пожалуйста, работает. 5 входит в множество b. Да? Да, входит вот 5. 8 входит в множество b. А, нет, не входит. Один, два, три. Массив входит в множество А. Нет, не входит. Что это за функция интересная? Есть SQRT функция. Есть CBRT, кубический корень. Тут опять мы видим, что функция применяется поэлементно к элементам множества. То есть мы, если захотим так сделать, мы получим, естественно, ошибку. Не знаем, как кубический корень из множества получать. Вопрос и имя функции выдает информацию по этой функции. Это вы помните. Ну и мы можем сделать кортеж из двух множеств. Что мы можем сделать дальше с множествами? Мы можем, кроме того, что проверять на вхождение и итерировать множество, мы можем проверять на эквивалентность, то есть равенство множества. Они, да, не равны. Не равны, да. 1, 2, 3, 4. Нет, не равны. А вот теперь, а теперь равны. А почему? Да потому что мы выкинули повторяющиеся элементы раз, и у нас порядок не учитывается. Объединение множеств. Ну, объединение множеств можно еще с помощью оператора такого, то есть функция union соответствует такой вот, такому вот оператору, такой функции. Пожалуйста, вот такое объединение. 1, 2, 6. Добавляем 1, 2, 3. Получаем объединение 3. Ну, опять же, потому что выкидываются совпадающие элементы, и порядок, опять же, нам не интересен. Пересечение. Ну вот мы напечатали два множества. Вот таким вот образом можно. Как вы видите, print у нас воспринимает escape последовательности и разыменовывает переменные. Разыменовывать переменные мы уже видели. Escape последовательности, backslash n, переход на новую строку. Вот пересечение двух множеств a и b. Ну и пересечение, опять же, с помощью вот такого красивого оператора. Ну, как будто вы набираете математический текст. Естественно, мы можем разность множество сделать. Ну, да, действительно. Так и есть, да, все правильно. Ну и симметричную разность элементов сделать. Ну и проверка вхождения, кроме итерирования, это subset. 1, 2 является подмножеством 1, 2, 3. 1, 2, 3 подмножество А.
А вот обратно нет, то есть А не является подмножеством 1, 2, 3. Ну и, соответственно, перечеркнутые, то есть отрицательные значения. Кроме того, естественно, с множествами можно работать стандартными функциями, которые у нас есть. Это push и pop. Push мы добавили во множество 99. Вот. А pop выкинули, ну, вот в таком вот виде, вот она 4 была сверху, мы его и выкинули сверху, вот видите, нету этого элемента. Ну и упражнения достаточно простые, вы вполне их можете сделать.